Всем привет! Предлагаю вашему вниманию обзор синхронизаторов для фотовспышек сайта DXSKU 286-473. Беспроводные синхронизаторы вспышек Yongnuo для фотокамер типа Nikon. Китайцы уже давно стали выпускать аксессуары, которые не хуже оригинальных, а по цене они, конечно, значительно выигрывают. В первую очередь это касается фотоштативов, фотовспышек, всяких таймеров, пультов и прочее. Давайте посмотрим на комплект поставки. Итак, синхронизирующий кабель с разъемом для Nikon Jack, Nikon подпружиненный. Два синхронизатора, собственно, упакованные в кулечки. Они абсолютно одинаковые, достаточно пока распаковать нам один. Итак, вот, собственно, сам передатчик, приемопередатчик. Что мы видим? Разъем для синхрокабеля, разъем для кабеля, идущего в комплекте джек, выключатель. Первое положение – это трансмит передача, второе – трансмит рид, трансмит ресив. Открываем батарейный отсек, пакетик силикагеля, приятно. Механический переключатель на 16 возможных комбинаций позиций радиоканала. Питаются от двух мини-пальчиковых батареек, которые не идут в комплекте. Также в комплекте у нас идет инструкция. Подробная инструкция на английском языке. Описание всех частей передатчиков-синхронизаторов. Порядок работы с ними. Пластик изготовления качественный, скрипов, люфтов как таковых нету. Китайцы в этом плане неплохо подтянулись. А фирма Yongnuo уже достаточно давно известна на рынке. Не только приемопередатчиками, но и своими вспышками. Ну и дальше идет инструкция на китайском языке. Такой вот небольшой комплект. Поставим батарейки, посмотрим на работу. Итак, с установленными батарейками у нас можно увидеть следующие режимы. Когда трансмит only, у нас горит левый светодиод, мигает. Половинное нажатие и полное нажатие. В зависимости от режимов, кнопка эта мультифункциональная, будет выполнять у нас соответственно разные функции. Для трансмит receive будет нарить правый светодиод, соответственно, будут немножко другие функции. Там тестовое срабатывание вспышки, спуск затвора и прочее. К сожалению, проверить их полноценно в работе я не могу, поскольку у меня фотокамера системы Pentax. И с ними данные устройства будут работать только в ручном режиме, никакой автоматики. Но с камерами Nikon они будут работать полноценно, но на данный момент полноценная их функциональность я проверить, к сожалению, не могу. Но про то, что это качественное, интересное устройство, это я точно могу сказать. И если такие я увижу на сайте DX под камеры Pentax, я обязательно их приобрету для себя, чтобы спокойно работать с двумя вспышками без синхронизации по синхроимпульсу, а работать по радиоканалу. Спасибо всем за внимание. До новых встреч.